Добрый день, сегодня обзор мотоцикла Honda WFR 800 99 года. Как всегда, без пробега по России, данный мотоцикл не исключение, привезен из Нидерландов. Пробег мотоцикла 52 тысячи, два ключа, есть подогрев ручек, стоят короткие рычаги, тормозные сцепления, стекло МРА. По косметике нет трещин, царапин. Глушитель оригинальный. Еще раз обойду со всех сторон, покажу внешний вид. Так, вилка сухая. Не течет. Колесо переднее и заднее, кстати, тоже 14 год, но без трещин, нигде нет ни трещин, достаточно мягкое, я бы даже сказал мягкое, не дубовое колесо, что перед, что зад. Значит, колодки передний остаток примерно процентов 60-70. Диски тормозные здесь толщиной почти 4 миллиметра. Минимально допустимый остаток здесь 3,5 миллиметра, то есть запас здесь еще очень большой. Так, колесо протектора я показал. Задний блок, как сказал, уже тоже 14 год. Задний диск здесь толщиной, по-моему, 5,5 миллиметров. Минимальный, по-моему, остаток здесь 5 миллиметров. Показать на видео не смогу, потому что не очень удобное расположение здесь диска, чтобы снять на камеру. Так, что еще? А ну завести. Сразу хотелось бы сказать, что у нас есть доставка по Москве, Московской области, ближайшим областям.
прилегающим к московскому региону. Другие регионы России мы можем отправить транспортной компанией. Отправляем транспортной компании ПЭК. Стоимость доставки, пожалуйста, рассчитывайте самостоятельно на сайте транспортной компании. Отправляем мы из города Щелково, Московской области. То есть вы можете это произвести расчет на сайте транспортной компании или через оператора. Обязательно указывайте отправку город Щелково и уже непосредственно указывайте ваш город. По стоимости доставки мы не консультируем, что касаемо доставки транспортной компании. Я не знаю, сколько будет стоить какой-либо мотоцикл доставка в ваш город. Сразу предупреждаю, не задавайте мне этот вопрос. Также у нас в наличии сейчас несколько еще других мотоциклов. Также в ближайшее время будет поступление из порядка 5-6 мотоциклов. Поэтому подписывайтесь в нашу группу ВКонтакте, вступайте в группу, подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на наше объявление на Авито. Будете в курсе наших новых поступлений. Благодарю всех за просмотр. Всем всего наилучшего, крепкого здоровья. До свидания.